Всем привет! Хотел вам рассказать, сделать такой видеообзор специально по просьбе одного человека, который оставил комментарий в одном из моих видео по поводу такого блогера, которого зовут Алекс Брежнев, и он вещает на канале «Америка наизнанку». Я никогда раньше его не слышал, не видел, я не знал, что есть такой блогер, и вот решил посмотреть. Я посмотрел несколько его видео и просто дивился, потому что такое ощущение у меня складывается, что мы живем с этим человеком просто в разных странах, в разных реальностях. Конечно, Америка разная, и в Америке есть разные стороны, скажем так. Есть не очень хорошие районы, есть города, в которых есть районы нехорошие, но в общем Америка очень хорошая, успешная, красивая, средний класс. Это самая большая часть населения этой страны, которая держит всю эту страну. И поэтому, если смотришь в общем на Америку, то она красивая и успешная. Прежде чем я перейду именно к обзору видео Алекса, я хотел бы рассказать такую маленькую предысторию, чтобы вы просто понимали, к чему я буду все это анализировать и показывать. Представьте себе сад огромный, да, в котором есть и цветы, и разные растения, и розы, да, с шипами большими, и деревья, груши, яблоки, разные там кусты огромные, красивые, да. И вот вы заходите в этот сад, перед тем, как вы туда заходите, вы читаете правила, которые прямо перед входом у сада, где написано, что, пожалуйста, гуляйте, получайте удовольствие, если вы хотите, например, сорвать розу, то там с левой стороны вы найдете перчатки и ножницы, чтобы вы могли срезать, не поранить себе пальцы, да. Если вы хотите съесть грушу, и то стоит рядом лестница, пожалуйста, возьмите лестницу, поднимитесь и там сорвите себе грушу, ну и так дальше, да. То есть разные удобства, которые вам помогут в вашем пребывании в этом парке. И вот заходит туда человек, он не читает эти правила, он с разбега забегает в этот парк, в этот сад, и, значит, тогда, когда он бежит, он падает, потому что ему под ноги попадается там какая-то деревяшка или еще что-то. Уже немного недовольный, он подходит, например, к розам. Естественно, так как он не читал, что есть ножницы и перчатки, он пытается руками сорвать розу и об шипы себе ранит пальцы. Потом он подходит к дереву, не зная, что есть лестница, пытается, как в детстве, забраться по стволу, значит, на дерево, чтобы сорвать грушу, и каким-то образом оттуда падает. И вот он выходит с этого сада, и ничего хорошего об этом парке или сад этот он не может сказать. Он будет вам рассказывать о том, что как там все плохо, как все неудобно сделано, как он падал, как ему было больно, как он не мог дождаться, когда он из этого сада просто убежит. И другой человек, который все это прочитал, который все это знает, гуляет, получает удовольствие и так дальше. К чему я это все рассказывал? Америка так устроена, что здесь уже все выстроено. И выстроено достаточно честно. Честно в том смысле, что тебе показывают, что вот есть вот это, вот это, вот это, вот это. И выбор остается за тобой. Ты знаешь, что если ты будешь учиться в Америке, у тебя будет больше возможностей. Ты знаешь, что если ты получаешь вот эту специальность, ты можешь зарабатывать столько. Если ты получаешь вот эту специальность, ты можешь зарабатывать столько. Ты можешь жить в этом районе. Ты можешь жить вот в этом районе. Ты можешь жить, кататься на хорошей машине. Ты можешь кататься на дешевой машине. Но это твой выбор, как ты будешь строить свою жизнь. Очень важно, какой человек попадается тебе на пути, когда ты приезжаешь в Америку. Потому что я ни в коем случае не хочу обидеть Алекса, потому что, может быть, у него какие-то внутренние переживания и душевное состояние его, ну, не совсем видит все краски в правильных тонах. Потому что если вы приедете в Америку, например, и вам будет Америку показывать такой человек, как Алекс, то у вас будет складываться одно впечатление. Если вы приедете и Америку буду показывать вам, например, я или такой человек, как я, да, то у вас будет совершенно другое представление. Вы будете видеть, как сделать что-то, как творить, как создавать, как у вас будет жадность к жизни и что-то сделать,
что-то хорошее и получить удовольствие, и сделать, и так далее. Поэтому вот так это все происходит. Очень многие вещи, о которых говорит Алекс, не просто не совсем так, а совершенно противоположно не так. Я попытаюсь вам на некоторых видео, маленьких кусочков видео, да, показать это. Я не хотел брать все видео Алекса, а просто хотел именно заострить внимание на какие-то детали, чтобы вы сами сделали вывод. Итак, поехали. У меня был один паренек, он мне помогал делать ремонт дома, настраивал там проводку. И он сам программист по образованию, или учился на программиста. Он говорит, что у него живет друг в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, и зовет его работать тоже программистом. Якобы обещал помочь в трудоустроить. Я ему сказал, что, дорогой мой, чтобы устроиться программистом, работать в США, нужно быть просто каким-то ультра-супер-гением. Ты относишься к таким, или ты просто обычный программист, как и тысяча таких же программистов, которые как-то ищут работу? Давайте теперь посмотрим, что обстоит на самом деле в области IT-технологий или для программистов. Да, итак, я открыл сайт, здесь показано, что нам говорит статистика Бюро работ в Соединенных Штатах Америки, да, за 2019 год. Итак, за 2019 год, то есть IT-технологии, то есть программисты, да, значит, безработица упала на... Это самая низкая безработица за 20 лет и составляет сегодня 1.3%. Только за май добавилось рабочих мест на 5800 новых рабочих мест, да, в IT, у айтишников. И увеличилось до 133 тысячи. Да, чтобы вы просто понимали, что такое 1.3%, да, это примерно на 300 человек работу не могут найти примерно 4 человека. То есть, поэтому, когда человек говорит, что невозможно найти работу, и что ты должен быть вундеркиндом, это просто человек не совсем понимает, что он говорит, и как на самом деле устроено здесь именно IT-технологии. А теперь давайте посмотрим, что у нас происходит с работами. Вот я открыл сайт, да, на котором я выбрал самые распространенные работы в Америке. Вот мы видим, работа номер один в Америке – software developer, то есть это значит программист. На рынке сегодня у программиста сейчас есть 241 500 работ. Вдумайтесь в это число. 241 тысяча. При средней зарплате примерно 103 620 в год. Да? И для этого вам нужно иметь bachelor. То есть вам даже не нужно иметь master's degree. Да? То есть вам не нужна магистратура. Да? То есть вам нужно просто высшее образование. То есть 4 года вы можете отучиться и получить работу программистом. Вот если мы для сравнения смотрим, например, вторая работа в Америке после программистов, это дантисты, да? Они зарабатывают примерно 151 тысячу в год, но вам нужно быть доктором. То есть вам нужно больше учиться, вам нужно больше на обучение платить, если вы платите деньги. И работ примерно 10 400, да? То есть это тоже немало, 10 400 работ. Это очень большое число. Но по сравнению с программистами, 241 тысяча, конечно, это немного, да? Вот мы видим ассистент врача. 37 тысяч рабочих мест и примерно средняя зарплата 108 тысяч долларов в год, да. А вот мы видим медсестра, например, да, 53 тысячи рабочих мест и примерно зарабатывают 107 тысяч в среднем, 107 тысяч в год. Да, и вот для сравнения, вот идут вот разные специальности. Да, вот, например, что я хотел еще сказать, что в те работы программистов, которые я показывал, да, 240 тысяч с лишним, туда не входит, например, IT-менеджер, директор, то есть разные еще специальности, которые тоже относятся к IT-технологиям, но не являются программистами. Вот, например, IT-менеджер зарабатывает 142 тысячи, вот есть, например, 46 800 рабочих мест на сегодняшний день, да? Но все-таки, возвращаясь к тому, какая специальность сегодня номер один, это software developer, то есть программист. Поэтому, если вы программист и вы хотите получить работу в Америке, вам не нужно быть вундеркиндом, вам достаточно быть нормальным, хорошим программистом. А чтобы быть не голословным, уже поставить все точки над «и», я просто могу сказать по себе, я хоть и из творческой специальности, но также работаю и с IT-технологиями по другим своим бизнесам, которые у меня есть.
И вот я могу сказать, что у меня, что я знаю в своем окружении не менее 20 человек, которые работают программистами. Ни один из них не является безработным. Все устроены, все работают, все хорошо зарабатывают. Так же самое мой брат родной, он программист и работает очень-очень много лет и доволен. И поэтому я вам хочу сказать, что эта специальность очень-очень востребованная. Больше того, я даже знаю человека, который жил в Киеве, работал программистом. Ему компания помогла переехать в Америку, которая имела филиал здесь в Америке. Помогла получить ему грин-карту. И сегодня он уже живет в Америке с грин-картой, с хорошей специальностью, с хорошей зарплатой. Поэтому вот такая вот у нас стоит обстановка в Америке именно с айтишниками, то есть с программистами. Uber получает где-то в среднем 2500 долларов после всех расходов. Работать придется по 12 часов в день, желательно ночью, потому что сейчас страшная конкуренция. И на одного пассажира 5 таксиста и где-нибудь в округе. Кто первый хапнет, тот и в шоколаде. А люди тоже не дураки, они не собираются вас заказывать, что вы его там на 100 баксов куда-то везли. Вот на пятерик до Walmart'а доехал себе и гуляй, Вася. Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела именно с водителями Uber. Да? Значит, средняя зарплата водителей Uber в Америке составляет примерно 42 тысячи в год. 42 тысячи в год – это небольшая зарплата, конечно, но это зарплата, которая вам позволит держаться на плаву. Да? То есть, например, если приезжает семья, муж зарабатывает вот 40 тысяч в год, да, и плюс жена где-то устраивается, зарабатывает 30 тысяч в год. Это я беру самый-самый минимум, что она может зарабатывать. Да? И вот получается на семью 70 тысяч. 70 тысяч в год – это, в принципе, неплохая зарплата для того, чтобы семья могла жить в Америке. Это не огромная зарплата, это не, вы не будете там снимать, я не знаю, цветочки с полей и просто ходить. Да? Вы должны работать для этого. Но это, чем еще это хорошая работа? Это тем, что, например, если вы приезжаете, у вас нет машины, то вам компания, по-моему, дает свою машину. Вы должны, по-моему, платить им какой-то процент с вашей работы. Но что оно, какие преимущества они дают? Например, если приезжает семья, и у вас всего одна машина на семью, то Uber – это такая специальность, которая вам позволяет работать, когда вы хотите, в любое время. Вам не нужно спрашивать у вашего босса, а можно ли мне сегодня не выйти на работу, а можно я выйду сегодня на 3 часа позже или раньше. То есть у вас вы очень flexible, то есть вы очень… Со временем вы можете сами распределять время. Например, если жена работает в каком-то другом месте, вы можете жену отвезти на работу и с того места начинать свою работу и зарабатывать, а потом на обратном пути забирать жену с работы и везти ее домой. То есть этим самым экономя и время, и деньги на вторую машину или на расходы на транспорт, чтобы там ехать куда-то, например, да, если там на метро или на автобусе. То есть это тоже является таким образом является какой-то помощью для семьи. Поэтому вот так дела обстоят в Соединенных Штатах именно с водителями Uber. Пойдем дальше. Цель любой семьи – это иметь свое жилье. Так Алекс Брежнев вам категорично заявляет, что в 2020 году вы никогда не станете счастливым обладателем жилья, ибо вам его просто-напросто никто не продаст. Итак, давайте посмотрим, как дела обстоят в Америке именно с покупкой недвижимости, то есть своего жилья. Потому что, услышав то, что забудьте о том, что вы можете здесь что-то купить и вообще жить и приобрести свое жилье, но когда говорит такой человек, то есть у меня возникают такие мысли, или этот человек вообще не разбирается и не понимает в том, что он говорит, либо это просто циничная ложь. И давайте я попробую вам это доказать. Итак, вот я вам покажу это на примере города Финикс, да? Вот этот дом, это называется таунхаус, то есть дом на 3 семьи, да? То есть в этом доме живет 3 семьи, то есть как бы 3 квартиры, да? Этот дом стоит 215 тысяч. Если вы приезжаете в Америку и, скажем, вот возвращаясь, там, вы программист, и у вас там начальная вообще зарплата 60 тысяч долларов в год, да? Или семья, вы зарабатываете 70 тысяч в год, там муж может работать сантехником или электриком. Все, что нужно, чтобы один человек в семье имел чек, то есть официальную зарплату, то есть чтобы это не было из конвертов и так дальше, да? То есть чтобы вы могли это показать, что вы действительно зарабатываете 60 тысяч в год.
Вот, например, приехала семья, муж и жена, и работают у них примерно вот 60 тысяч в год. Муж работает, скажем, только начал работать там программистом, да. И вот через 2 года семья решает купить дом. Для того, чтобы купить вот такой дом за 215 тысяч долларов, вам нужно собрать за 2 года, если быть точным, 7 525 долларов. Эта сумма довольно небольшая. Эту сумму может собрать, в принципе, любая нормальная семья, которая, в принципе, понимает, что она делает, у нее есть цель, и она к этой цели стремится. Давайте посмотрим, что человек получает за эти 215 тысяч. Да? Значит, он получает, вот так выглядит этот дом. Очень чисто, это хорошая area, это район выше среднего. То есть вокруг, если вы выезжаете именно с этого комплекса, то вы увидите дома и дороже, чем эти. Но это очень чистая, безопасная, очень хорошая. Здесь свой бассейн, здесь свое барбекю, то есть вы можете готовить, да? То есть сейчас я вам покажу, вот бассейн, да? И после этого я вам покажу, какая у вас будет платежка, сколько вы будете платить и как, в каких условиях вы будете жить. То есть вот это прихожая. Здесь это, значит, дом двухспальный. Здесь в Америке идет по спальням, а не по комнатам. То есть вот именно вот эта комната, здесь там смотришь телевизор, да, это как гостиная, что ли. Это не считается комната. Комнаты в Америке считаются только bedrooms, то есть только спальни. И вот в этом доме 2 спальни. Вот мы видим, то есть, чтобы вы просто видели, как, какого плана этот дом. Все очень чистое, все новое. Довольно нормальное именно для жилья. Это не какие-то там трущобы, о которых многие рассказывают, что вы приедете и будете жить там где-то непонятно где. Вот шкаф есть, то есть ванная комната. То есть довольно достаточно хорошее жилье. Гараж свой, да? Теперь давайте посмотрим, сколько, значит, этот дом 1125 square feet, да, то есть в переводе на метры это 104.5 квадратных метров. То есть это довольно уютное такое жилье, которое, в принципе, может позволить себе семья, скажем, муж, жена, ребенок могут спокойно в этом, значит, в этом домике жить. Теперь давайте посмотрим, сколько вы будете платить, если вы покупаете такое жилье, и у вас есть 7,5 тысяч долларов, да, которые вы можете собрать за 2, за 3 года, за полтора, сколько там, за сколько вы сможете собрать их. Значит, на 215 тысяч в Америке есть такое понятие, называется FHA loan. Что это значит? Это вам помогают приобрести жилье, чтобы вы быстрее могли себе его позволить купить. Вам дают очень маленький, вы можете дать очень маленький процент первого взноса, то есть 3.5%, что составляет 7525 долларов. И маленький interest rates, то есть маленький интерес под 5%. На 30 лет у вас получается платежка будет 1119 долларов в месяц. Значит, чтобы, если вы будете снимать в рент такого плана домик, да, то он может стоить примерно 1800-1900 долларов в месяц. Ну, давайте, допустим, вы сможете снимать где-то квартиру двухкомнатную, Финиксе за 1500 долларов в месяц. То есть купить свое жилье намного выгодней, чем снимать рент. И это ваше. Это ваше жилье, вас отсюда никто никогда не выкинет, вам никто не будет говорить, что, как и почему. Это ваше жилье, вы можете, помимо того, что это ваше жилье, это как правило, real estate, то есть дома и квартиры в цене растут. И через 10 лет, условно говоря, или 5, или 15, этот дом уже будет стоить там, может стоить намного больше. И у вас уже в этом доме будут какие-то деньги. Итак, вот еще один миф, который мы сегодня развеяли, о том, что никогда вы не сможете иметь свой дом. Если у вас семья, вы работаете, вы имеете свою цель, вы правильно распределяете свое время, правильно распределяете свои деньги, вы сможете нормально и достойно жить. А если у вас амбиции еще больше, то вы сможете получить для себя больше, потому что это страна возможностей, и это страна для амбициозных людей, если у вас есть амбиции. Если же вы, конечно, приедете и будете плакаться, ой, у меня ничего нету, и я буду только сейчас, значит, ходить и говорить всем о том, как мне плохо, то, конечно, вам здесь будет не очень хорошо. Но, в принципе, вот так дела обстоят с покупкой. Что такое рент, сейчас я вам объясню. Сдается вам хата. И при условии, что вы еще имеете постоянную работу,
платите налоги, у вас хорошая кредитная история, тогда да, вы можете снять хату. Что там прилагается? Там прилагается холодильник 71 года выпуска, плитка тоже такого же года выпуска и небольшой такой вот пару шкафчиков там каких-то задрипанных, понимаете? Давайте посмотрим теперь, как обстоят дела именно с рентом. Да, действительно, есть плохие районы и в разных городах, и в разных штатах, оно по-разному немножко. Действительно, есть старые районы, не очень хорошие, где могут быть старые холодильники и дороги даже там не очень хорошие. Это правда. Но Америка, она чем и хороша, что эта страна имеет очень большой рынок и очень большие разные возможности. И у человека есть выбор всегда, где ему жить. Он всегда может посмотреть, он может изучить. Не обязательно нужно идти в какой-то сразу плохой район, посмотреть там, посмотреть еще в одном месте, сказать, все здесь плохо, мне здесь ничего не нравится. Давайте я вам на примере Финикса покажу, как происходит здесь именно обстановка с рентом. Финикс на сегодняшний день является городом номер один по притоку населения из разных городов и штатов Америки. Сюда приезжает примерно каждый день как минимум более 200 человек. Потому что здесь очень хорошая именно погода, здесь с работой не проблемно. Поэтому сюда люди хотят ехать. Давайте посмотрим, что можно здесь приобрести, какой рент. Например, вот ты можешь снять в рент за $1,150 или $1,625. Это двухбедрумный, двухспальневая квартира, да? Видите, вот эти все зелененьким, это столько, сколько сдается уже. То есть, сколько, где вы можете снять, в каких районах. Видите, весь город усыпан. Вот я выбрал такой средний комплекс, да, то есть со своим бассейном. Это будет стоить от 1150 до 1625. Внутри это будет выглядеть примерно вот так. Это не самый лучший район, но это неплохой район. У вас здесь не будет старых холодильников. У вас здесь будет довольно чисто, аккуратно, безопасно. Свои тренажерные залы, даже своя вот игровая комната есть. Все довольно чисто, видите, то есть я вам показываю, что вы снимаете за эти деньги. Кстати, очень много квартир здесь сдается именно меблированные. Именно для того, что если вы, например, часто переезжаете или вы работаете в разных местах, да, и вам, ну, вы не хотите свою мебель покупать, вы снимаете в ренту уже меблированную квартиру, и этим самым вам намного проще. Вот так примерно выглядит эта двухспальневая квартира, опять-таки две спальни, это не считая прихожую, не считая комнату, там большая комната, где вы смотрите телевизор, это может быть гостевая комната без дверей, то есть без, это не считаются только спальни. Вот так выглядит эта квартира за, это стоит, по-моему, $1,150. Она, это 750 square feet. То есть это примерно, ну, я скажу так, примерно больше-меньше, где-то 70 квадратных метров. Вот такую квартиру, видите, то есть все довольно чистенькое, новенькое и аккуратно. И, в принципе, вы живете в неплохом районе, это не самый лучший район, это неплохой район, безопасный, довольно находится в доступности от даунтаун, то есть центра города. То есть вот такая квартира. Так что вот такие дела обстоят именно с рентом в городе Финикс. И я уверен, что такое же можно найти и в других городах. Это будет действительно, например, если это в Калифорнии и Лос-Анджелес, это, естественно, будет дороже стоить, но там и зарплата чуть-чуть повыше, чем здесь. И очень много разных районов, которые хорошие, именно с чистыми, с новыми холодильниками есть. Так что все, что вам говорят о том, что все в Америке плохо и здесь все старое, это не соответствует действительности. Вот именно то, что я хотел рассказать. Я взял просто несколько буквально кадров, то, что говорил Алекс, чтобы показать вам, где он ошибается. Может быть, если бы он приехал в Америку и попал сразу к правильному человеку, то он не видел бы все в таких темных красках. Поэтому приезжайте в Америку, это прекрасная страна с прекрасными возможностями. Живите, любите, творите, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. И где бы вы ни были, вы можете жить в Америке, в Испании, в Швейцарии, в Швеции, в России, в Украине, неважно где.
если вы сам по себе человек, который изнутри проявляет жизнь, то он себя найдет, и ему будет приятно находиться и жить жизнь как полную счастья и радости. Хотя бывает разное, конечно, в жизни, но вот так. Надеюсь, вам понравится. Понравилось все, что я показал, и надеюсь, никого не обидел, потому что я не преследовал этой цели. Я преследовал именно просто показать, что как оно все есть. Спасибо за просмотр. Всем добра и счастья. Пока.